Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу показать вам, как я буду готовить грунт для своего новокупленного антуриума. Итак, составляющие моего грунта. Это торфяной субстрат. Сюда я уже добавила перлит, вермикулит и кокосовый торф. Уже заранее размоченный из вот такого брикетика. Далее это кора сосны, это уголь, благо есть мангал. Еще я хочу добавить вместо битого кирпича крупный керамзит, ну относительно крупный, вот такого размера. Соответственно, здесь еще будет мох, сфагнум. И хочу добавить еще керамзит вот такой мелкой-мелкой фракции. Итак, засыпаем все ингредиенты. И все перемешиваем. Грунт должен быть грубо волокнистым для антуриума, чтобы вот такая вот крупная фракция коры или того же керамзита или битого кирпича создавал воздушные полости в грунте. Ну а в следующем видео я сниму, как я буду его пересаживать.